апреле муниципальным центром управления Самары принято и передано в работу более 13 тысяч сообщений, сообщают в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». В основной функционал МЦУ входит оперативное реагирование на вопросы и предложения жителей, мониторинг социально-экономической ситуации, информирование о событиях в городе и деятельности муниципалитета. Основная масса сообщений в прошлом месяце была связана с уборкой территорий. Напомним, в апреле проходил месячник по благоустройству. В нем приняли участие более 390 тысяч человек. Собрано и вывезено свыше 50 тысяч кубических метров мусора. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки приглашают на гала-концерт 16-го городского фестиваля конкурса русского песенного творчества «Самарская вишня». Он состоится 17 мая в 14 часов в Доме культуры «Заря» по адресу проезд 9 мая 16. Справки по телефону 261-49-22. Вакцинация против гриппа является основным и наиболее эффективным средством профилактики гриппа и его тяжелых последствий, напоминают в телеграм-канале Октябрьского района. Грипп – это острая вирусная инфекция, которая обычно начинается внезапно, с высокой температуры, боли в мышцах, иногда сухого кашля. Чтобы обезопасить себя, прививку от гриппа следует сделать заранее, так как защитные уровни антител к вирусам гриппа формируются через 10-14 дней после вакцинации. «Проголосуй за преображение любимого пространства» призывают в телеграм-канале Красноглинского района. С 15 апреля по 31 мая проходит голосование, где можно выбрать общественную территорию, которую, по вашему мнению, необходимо благоустроить в 2024 году. Участие в голосовании принимают жители, сотрудники социальных и образовательных сфер. Одним словом, все желающие. Отдать свой голос можно на платформе 63.городсреда.ру. Всего в голосовании участвуют 20 общественных пространств по всей Самаре. Территории победителей будут благоустроены по национальному проекту «Жилье и городская среда».